В холле Щелковского районного культурного комплекса не протолкнуться, а все потому, что здесь собралось огромное количество участников 8-го районного открытого конкурса на лучшую концертную программу «Творчество не знает границ». Выступающие красивые, нарядные, во всевозможных оригинальных ярких костюмах. Глаза разбегаются. Сегодня мы представляем концертную программу от Дома офицеров Монина. Какой у вас будет номер? Мы танцуем несколько номеров, и у нас получается мини-спектакль. Все увидите. У нас будет номер, посвящен теме пиратской. Значит, у нас будет сначала у нас будет выступление пар. Мы будем кружиться, порхать. Потом девушки представят нам номер с паями. Это такие световые палочки, кто не знает. Световое шоу делаем. Да. В конкурсе приняли участие творческие коллективы не только из нашего района, но и других муниципалитетов Московской области – из Раменского, Мытищ, Химок, Фрязино и других. Всего было представлено 15 концертных программ. Дали возможность всем учреждениям культуры, образования, любому желающему принять участие в нашем проекте, в нашей конкурсной программе. Поэтому сегодня на сцене мы увидим разнообразные концертные программы. Это будут и моноспектакли, это могут быть антинаркотические акции, это могут быть спектакли, отрывки из спектаклей, отрывки из шикарных концертных программ, посвященные знаменательным датам. Не обошлось и без сюрпризов. На сцене выступила председатель районного совета депутатов Надежда Суровцева. Вместе с коллективами студии спортивно-бальных танцев «Элегия» и школы балета Александры Самойловой из Монинского дома офицеров она исполнила роль в концертной программе «Большая планета искусств». Также в номере выступили воспитанники кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина. Творчество, оно манит каждого, и каждому хочется немножко поучаствовать. И когда мои родные монинцы, потому что я все время, всю жизнь прожила в Монино, предложили мне сыграть маленькую роль, ну, я не отказалась. Не знаю, насколько это был, какой это был, так сказать, такой выход, но я старалась. Несомненно, старались все участники конкурса, ну а победу одержали самые сильные команды. Первое место разделили между собой Щелковский районный культурный комплекс и коллектив из Химок. Второе место досталось также нашему району – серебряные призеры Дом офицеров городского поселения Монина, ДК имени Чекалова и клубная система Огутневского. А третье присудили команде из Мытищ. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».